28 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в этом сезоне. Причем в 10 муниципальных лагерей путевки будут значительно дешевле благодаря субсидиям. Из городского бюджета родителям, подавшим заявки, традиционно компенсируют 40% от стоимости путевки. В нынешнем году на это выделили почти 19 миллионов рублей. И даже за полную стоимость отправить ребенка на отдых уже непросто. Родители в этом году озаботились отдыхом заранее. С марта поступило уже почти 16 тысяч заявок, при том, что в муниципальных летних учреждениях чуть более 9 тысяч мест. Первый заезд школьников состоится 2 июня, поэтому сейчас оздоровительные центры готовят ко встрече детей, а также планируют ремонт. Расходы на эти цели увеличили. Если предыдущие годы мы вкладывали около 10 миллионов, то в этом году вложим 23. Безусловно, основное внимание уделено столовым, технологическое оборудование. Вот. Ну и, собственно говоря, где-то ремонтируем корпуса, где-то. Вот, в каждом лагере по-разному.